Ой, как на душе так грустно, на улице холодно. Весна так где-то задержалась, не хочет в наши края никак приходить. Настроения у меня тоже нет. А знаете почему? Потому что меня никто не замечает. Каждый день по нашей школе бегают мальчишки и девчонки. Туда-сюда, туда-сюда, вверх-вниз, вверх-вниз. Там поют, тут танцуют. Ну, хоть бы кто-нибудь поздоровился, угостил бы чем-нибудь. Что, не знаете, кто я такой? Здрасте, приехали. Ну, это ж ни в какие ворота не лезть. Я ж домовой, Кузьма, хранитель школьного здания. Слежу за порядком, ну так, днем, ночью. Ночью в основном со сторожами телевизор смотрю. Ну, по вечерам там проверяю, чтобы все работало. Аппаратуру там, видео там. Работы не проворот. И за 53 года меня ни разу никто не пригласил. Но хоть бы кто-нибудь подошел и сказал: приглашаем тебя, дорогой, наш домовой Кузьма Кузьмич на концерт. Посиди в зале. Порадуйся вместе со зрителем. Везет. Здравствуйте, дяденька. Извините, пожалуйста, я на концерт не опоздал? Привет, Дима. Какой же у тебя дяденька? Откуда вы знаете, как меня зовут? Мне ж по статусу все положено знать. Ты, Дима, занимаешься на народных... на отделение международных инструментов, что-то там играешь, я помню. Сам бегаешь по лестнице, девчонок за косички дергаешь. Ну, торпеда на слово. Извините, Кузьма Кузьмич, тут такое дело, назначили меня ведущим сегодняшнего концерта. Я всю ночь не спал, слова учил, готовился, боялся опоздать. Прихожу, а на сцене за кулисами никого нет. Как так, никого нету? Беда! Зрители-то пришли? Пришли. А артисты еще, ну, хоть исчезли? Ты везде заглядывал? Гримерочки все посмотрел? Да вообще. Даже на всякий случай в подвал спустился. Везде пусто. А концерта на сегодня назначен, нет? Да, точно. 27 мая в 12:00. Чую это мое сердце, это ведьмочки постарались, нашалили. Какие еще ведьмочки? Настоящие? Девочки, но они игрушечные. Их вот тот, кого приглашали мы на Новый год, они, видать, елочку-то когда провели, да и задержались. Забыли, что внуки-то надо. Ну, мы с тобой унывать не станем. Я, между прочим, тут тоже как бы не хухры-мухры, так вообще. Вот. Что мы сделаем? Не волнуйтесь, дорогие зрители, все у нас будет нормально, сейчас мы все исправим. Дима, пойдем. Встречайте новую волну талантов. Именно эти артисты, большие и маленькие, опытные и не очень, принимают участие в отчетном концерте Большереченской школы искусств. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Если веришь, сказка.
Наверное, с течением дней я стану еще одней. Наверное, с течением лет пойму, что меня уже нет. Наверное, с течением веков забудут, кто был я таков. Но лишь бы с течением дней не жить бы стыдней и стыдней. Но лишь бы с течением лет двуликим не стать, как валет. И лишь бы с течением веков не знать на могиле плевков. Демидович Марии.
Журавлевой Юлии. Юлечке вручается также свидетельство о возобновлении программы фортепиано. Приглашается Кабирова Лиза. Нурмагомедова Алина. Приданникова Дарья. Дарья также вручается второе свидетельство об освоении программы изобразительное искусство. Усольцев Семен. Химченко Валерия. Калацкая Софья. Лебедева Анжелика. Наумова Виктория. Осипенко Анастасия. Смоленская Яна. Вручается свидетельство о освоении дополнительной общеразвивающей программы изобразительное искусство Лиманской Глади. Савельевой Алене. Семерищ Екатерине. Приглашается Чуникина Анастасия. Об освоении дополнительной общеразвивающей программы «Сольное пение» вручается свидетельство Коротковой Виктории. Свидетельство об освоении дополнительной общеразвивающей программы «Народные инструменты» вручается Клем Максиму. Дмитренко Данилу. Богданова Яне. Калимову Владиславу. Программы «Дамбург» Дима. Ну а теперь слово с выпускниками. Thank you.
Thank you.
Thank you.
хотелось верить, что наш стремительный век технического прогресса, компьютерных технологий, удивительный и увлекательный мир музыки и художественного искусства будут волновать еще не одно поколение наших учащихся. Ведь музыка облагораживает человека, делает его милосерднее и добрее. Так давайте вместе учиться слушать, слышать и понимать живую музыку. И сегодня в этот день мы хотим сказать: лучше нашей школы вам не отыскать. Так сиди и здравствуй, школа, много-много лет. Пусть бьются беспокойные сердца, желаем весело шагать в мир музыки, искусства и добра.